Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам о том, как научиться подтягиваться полностью с нуля. Но если у вас уровень физической подготовки немножко больше, чем у новичка, не спешите пролистывать это видео, досмотрите до конца. Для вас я приготовил прикольный бонус. А мы поехали! Итак, первым движением будет статическое удержание. Самое первое момент. Подпрыгнули, если не можете подтянуться, старайтесь максимально долго провисеть. Если не можете висеть, максимально плавно опускайтесь. Поехали дальше. Вторым движением будут половинчатые подтягивания. Запрыгиваем с возвышенности. Опускаем плавно до угла 90 градусов. Подтянулись, опустили, подтянули. И в таком темпе делаем от 5 до 10 повторений в трех подходах. Идет дальше третье упражнение. С каждым разом все ниже и ниже опускаемся. Опять же, становимся на возвышенность, подпрыгиваем. Опустились, подтянулись. Вверху можно на секунду фиксануть. Чуть ниже опустили, подтянулись. И так с каждым разом опускаетесь все ниже и подтягиваетесь получше. Ни для кого не секрет, что чтобы подтягиваться, нужен сильный хват. Хотя бы он нужен, чтобы был. Как его тренируем? Берем, просто спокойно висим на турнике максимально долго. После того, как пальцы ваши станут немножко крепче, стараетесь подкрутить кисть максимально сильно. И держите уже это положение. Так ваше предплечье будет забиваться быстрее, и хват будет тренироваться тоже быстрее. Итак, ребят, про подтягивания для новичков я уже все рассказал. Теперь переходим к самому прикольному. Бонус. Это будут высокие подтягивания. Для его изучения нужно от 15 до 25 повторений. Этого будет достаточно. Сейчас покажу, как это делать. И потом объясню, как это научиться. Поехали к изучению. С чего мы начинаем? В этом движении, в раскачке, есть так называемая точка минимума и точка максимума. И когда корпус доходит до точки минимума, это вот эта часть амплитуды, максимума здесь. То есть берем небольшую раскачку, и когда корпус уходит максимально вперед, мы делаем максимально высокое подтягивание и тянем. Кисть не прокручиваем, тянем к поясу. Первоначально это будет выглядеть вот каким-то вот таким образом. С каждым повторением вы будете делать все выше, выше, выше. И тогда у вас будут полноценные высокие подтягивания. Друзья, на сегодня все. Напишите в комментариях, была ли вам полезна эта информация и что снять в следующий раз. Также подписывайтесь на канал. В скором времени будет много полезного и крутого контента. Всем пока!